Привет, братцы-рыбаки! Сегодняшняя самоделка будет полезна всем, кто пользуется катушками как безинерционными, так и инерционными. Случайно попалась мне вот такая вот прищепочка, и сразу же пришла в голову идея, как я ее могу применить. В принципе, такую прищепку не обязательно. Подойдет также любая женская заколочка, вот такая вот типа крокодильчика пластмассового. Также мне понадобится старая зубная щетка, понадобится вот такая вот шпилька 8 сантиметров на 5 миллиметров и вот такой барашек. Еще потребуется гаечка, две маленьких шайбы, одна большая. И сделал я вот такие вот, скажем, конусные шайбы из толстого текстолита. Вам это делать не обязательно. Вы можете сделать такие же шайбы, как из, допустим, пробки от шампанского, либо взять обычные крышки от пластиковых PET-бутылок. Они также подойдут. Еще мне понадобится пружинка, не сильно жесткая, мягенькая. Ну, собственно, вот и все. Немного трудов, и изделие будет готово. Для начала подготовлю щетку. Отпилил зубную щетку в самом широком месте, чуть-чуть подальше. Отрезал половину самой щетки. Срезал вот так вот щетину всю. Оторвал вот эту вот резинку. Теперь мне надо немного вот закруглить края. И ножовкой по металлу сделаю распил, чтобы она вот так вот входила в прищепку. После небольших манипуляций напильником и наждачной шкуркой вот такая вот заготовочка у меня получилась. Решил вдоль ее не распиливать, а буду крепить прям так. Размечу сейчас. Просверлю отверстие и с помощью винтика вот так вот закреплю. Я думаю, многие уже догадались, что это у меня получится. Вот таким вот образом просверлил два отверстия. Немного сниму фасочку. Все материалы, которые я использую, не принципиально. И каждый может подобрать для себя то, что у него есть под рукой. Я вот почему-то решил так все сделать. Сюда у меня пойдет вот такой вот винтик. Отлично. Теперь вот так вот это дело надо зафиксировать. Вот что получилось. И чтобы вот эта конструкция туда-сюда не ходила, сейчас шилом аккуратненько проколю вот здесь вот отверстие. И есть у меня вот такой вот маленький саморезик. Я его сюда прикручу. Зубная щетка очень мягкая, поэтому делается все очень просто. Вот так вот аккуратненько вгоняю его на место. Он будет служить стопорком, чтобы сама вот эта конструкция не ходила вперед-назад. Вот что получилось. Собираем дальше. Шпильку немного надо подтянуть. Тут фанатизма не надо. Просто все от руки. Собственно, вот конструкция практически готова, теперь ее осталось вот здесь вот нагреть и выровнять горизонталь, чтобы она шла перпендикулярно кольцам спиннинга. Ну, собственно, вот вся конструкция готова. Сейчас покажу, как ей пользоваться. Вставляем катушку. Вставляем вторую шайбу. Подтягиваем. Вот этим барашком будет регулироваться натяжение самой бухты с леской. Дальше цепляем ее к спиннингу, продеваем в кольцо. Здесь делаем петлю. Лишнее обкусываем. Делаем такую восьмерочку, чтобы не прокручивалось. Надеваем на пустую шпульку. Вставляем шпулю. Захлопываем катушку. И спокойно, без чьей-либо помощи, перематываем. Так вот это все просто одному можно будет делать даже на берегу.
Для дома я показывал, как без всяких вот таких прибамбасов с помощью книжки можно намотать леску на шпулю. Ну а если вы куда-то поехали, такая самоделка для вас будет незаменимой вещью. Если вы, допустим, один и подержать катушку некому. Ну такая вот нехитрая самоделочка у меня получилась. Потратил на ее изготовление где-то по времени около часа. Вещь 100% полезная. Ну и как многие сейчас говорят, Китай отдыхает. Что-то подобное есть, намного более замудренное. А такую штуковину вы можете собрать буквально на коленке с минимальным количеством затрат и брать с собой на любую рыбалку. Вам она всяко пригодится. И ничего сложного в изготовлении здесь нету. Главное было бы желание. Легенькая, компактная, поместится в любой рыболовный чемоданчик. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.